Итак, мы сейчас в царстве Хель. Хель не Хель, Хель Махель. Узнали, что мать сделала этого бессмертным, блин, еще. Сейчас вот она, сама мать, сама нам помогает еще. Хотела как лучше, получилось как всегда. Так, давайте глянем, что у нас там сзади было. Вот как туда пройти, перейти, перепрыгнуть. Я даже не знаю, как правильно все это сформировать, сформулировать. Как там можно было пройти? Не спуститься. Ну-ка. Нет, ладно. Ага. Ну-ка назад куда? Хоп. Нет, не посюда, посюда. Давай, ползи. Значит? Да нет, 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 все правильно. Вообще сына-то можно сбросить. Сынок-то у нас такой оказался. Не сынок. Так, и этот-то ушел. Поговорил с матерью и ушел. Он, кстати, то ли летает, то ли что. Я его с дракона когда сбросил, он как-то обратно пришел. Как он только отсюда вот ушел и куда? Тоже вот вопрос. Я как понимаю, тут это первые боги, вторые боги. Ага. Вот так вот. Ладно, ждем, смотрим. Как они тут между собой все это воевали. Из разных мифологий собраны. Так, ничего похожего на разрушение нету. Как мне добраться до тебя? Ты мне скажи. Чувствую, что как будто что-то сдернуть надо. Так. Еще давай. Так. И не здесь. Думал, хоть здесь можно будет как-нибудь пролезть. Нет, нет, нет. Куда ты идешь? Думай, думай. Уронить не получается. Ну-ка.
Ну? Что мне это дало? Вот она, вот она. Может, растаивает лед здесь или что? Опа. Готовимся. Минутку. Проверяем уроки. Так. На. На. Блин, не получилось супер кота. Итак. Сейчас, минутку. Азбука. Страница 92-93. Читать. Слышишь меня? Все, читаем. Уроки. Уроки делаем. Учимся. Надо смотреть сюда. Так. А сын Таш Парок не пошел со мной, значит. Давай, 92-93. Читаю. Прочитаешь? Скажешь. Поправил жизнь. Все. Теперь можно на свободу с чистой совестью. Спиногрыз гребаный. Он, кстати, в меня стрелял в прошлом серии. Вы должны были видеть это. Сынок. Предатель он, а не сынок. Настоящий сын так бы не поступил. Он бы сказал: батя, я сделаю для тебя красиво. Живи еще столько же. Сколько хочешь, живи. Вот так бы он примерно сказал. Я даже не знаю. Я только что из головы это выбрал. Ладно. У нас сейчас тот, кто проверяет, мертвый или нет, мы его убили. Но по мифологии, вообще-то, в одной мифологии он сам и вел корабль. По другой мифологии корабль вел другой человек. Я уже забыл, какой человек. Ну, хрен с ним, человек назовем. Вот. Поэтому кто здесь будет на корабле нас ждать, я не знаю. И в некоторых сказаниях ладья сама плывет без кого-либо. Так что где правда, где истина. Давай, давай, давай. Так. Ой, рано брать. Ой, рано. Не мешайся. Что тут происходит? Так. Ладно. Допустим. Костер зажег. Я должен с кем-то здесь бить, я уверен в этом. Да. Дай помочь. Что сделать? Ты уже сделал. Накосячил уже как только можно. Так, надо паруса поднимать. Так.
Где-то что-то перерубить надо. Твою ж мать-то. Блин, блинский. Ну, поджег я. Давай. Все. Движемся. Конечно. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль. Смотрите, гигантская Хитбладнир. Птица или кто да. это? Потому что он был так задуман, а этот не был. Ну, раз перья у него есть, значит, птица. Как вы видите, стервятник. Другого корабля у нас нет, так что пойдем. Что-то где-то... Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь? Теперь. Понятненько. Паруса греет. Так, никто мне не подскажет, да, не куда мне надо? Под руку. Дай отцу подумать. Что? Прочитала. Иди сюда. Так, подожди. Русский язык. Учебник, страница 14-15, правила. Учим. Как мне тут быть? Там что-то поднять надо. Айсберг расколоть. Так, куда мне? О, да нет. А что мне теперь тогда делать остается? Лезешь? Нет, не лезет. Ладно. Блин. Ага. Так. Не совсем понимаю, что нас здесь ожидает. Ну-ка. Паром решил. Не мешай. Ты паруса спустил? Смотри. Выучила правила. Спустил паруса? Но они должны ловить ветер. Так, минутку. Это жар от огня. Мы вправду летим. Блин, а прогорели давно уже. Как все вымучено было. И мы снова застряли. Ненадолго. Ты жди здесь. Ого, ты сделал огромный небесный фонарик. Ага, два раза.
Это не может быть все так легко и просто. Блин, другой бы уже давно бы сверзился отсюда. Но только не я. Только не ты, только не я, да. Ой. Камень Васин, так, легендарный чар. Это хорошая кирка. Это кого тут притягивать или будет? Или что, мне пришвартоваться? Нет. Я сказал, ты жди здесь. Вот и жди. Ага. Есть механизм. Только что он делает, я не знаю. Так. Так, ладно. Ага. Как туда попасть? Посмотрим, что меня там ожидает. Так. А что, я должен был что-то сделать, что ли? С кем-то драться. Опа. Еще один сундук. Ничего себе, вот так только к нему пройти и можно было. Не все так легко и просто. Слабая руническая атака. Ну-ка, давай-ка посмотрим. А мы тебя сейчас проверим, насколько слабая руническая атака. 4-1-4-5-3. Ага, там на оглушение только идет. Того у нас 9. Здесь, ну, тоже 9. Ладно. Хорошо. Корабль застрял на мосту. Ага, так бы меня раздавило. Так, что у нас здесь? Сломался. Есть! Корабль свободен! Жди меня там! Да, подожди! Да. Получилось! Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. Мы разрушили, ага, так, как и другие скитальцы, Вельва использует магию льда, которую может замедлить нас. В детстве я слышал сказки о Вельвах, но только не о таких. Наверное, мама считала их слишком страшными. У нас нет вариантов, а уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Атрей, не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Да.
много ума не надо, чтобы это понять. Так. Так. Мне получается, сейчас это не понадобится. Уходит. А, вот она, площадка откроется. Ну-ка, тихо, тихо там. Вот в опасности. Точно до него добралась. Ну что, большая птица. Мне, кстати, с ней не сразиться, пусть я и бухну, прямо охренеть какая. Гигантская, если я отсюда ее так наблюдаю. Кстати, смотрите, он на нее смотрит. Вон. На эту птицу. Птицу-синицу. Кстати, на палубе каменный этот. Помочь? Давай вместе. Что оно? Мать-то камень из камня, нахуй. Да и сам какой-то из камня сделал, что ли. Вот так. Получилось. Мы свободны. Мы отсюда выберемся. Сразись со мной и покончим с этим. Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Чего пора? Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Это Зевс. Сын мой. Айсберг по левому борту! Держись! Охренеть. Все-таки я не хотел с ним биться, но он все-таки как-то все равно он сел на башню. Просто нет слов. Они пытаются погасить огонь! Справа! По правому борту! Да. Да сейчас. Чтобы он разрешил еще. Берегись, отец! Давай. Еще немножко. Огонь погас! Да! Господи, вот этого я и боялся. Что говорил, кого там цеплять-то будет на бардак? Гарпун! Я его срежу! Что? Давай, 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 на! Осторожно, сзади! Подожди! Да не саблями! Берегись, сзади!
Так нормально разметал. Вот. Чё, нормально? Сильно. Давай, скинь эту хрень. Из чего только стреляли. Хотя в мире богов она мог и так кто-то кидануть, поди. Голова, сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Кошмар. Блин. Гасят огонь по левому борту. Да. Так. По правому борту огонь погас. Трудно. Да. Вспыхнет пламя, да? Да. Вам не загасить этот огонь. Да сейчас. Вот так. Осторожно! Да. По левому борту огонь подаст! Да. Давай, еще, еще бери. Сзади! Враг убит! Режемся в мост! Куда это вы? Да. По правому боку огонь. Получай. Сейчас все забьем. Еще немножко. Да. Опа. Скидываем, скидываем. Блин. Хотел перепрыгнуть. А, посмотрите-ка, перепрыгнул. Пока. Даже не хочу
смотреть, кто они там усовершенствовались как. Давай. Получилось! Так, закидывает вот. Почему корабль все еще летит? Почему он не упал? Мимир, почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Или в клинки? Давай. Теперь здесь. Вот так. Где эта птица? Птица-синица. Да. Да. Даже не знаю, куда мне, вот сюда. Пусть вместе с носом идут все. Уходит любовь, уходит разочарование. Кстати, напоминаю, что я собираю средства на видеокарту. Сейчас пробил, сын мой. Поэтому, кто посмотри, желает помочь, что ты натворил. Реквизиты внизу. Под описанием. И чё, я тоже был таким безрассудным? На батю, на Зевса. Убийство бога, я не дай бог свою батю убил. Это же кошмар будет. Понятно теперь, почему я сбежал, почему я считаю. Ну, нужно всех богов считаю, всех. Бог это любого убийства бога. Непростительно. Скорее, надо уходить! Ты видел? Времени нет, смотри! Кто там? Что там? Ой, мама, кто это? Ой, мама, что это? Только не глюк, пожигал уста. Это хорошо, что у тебя мысль какая-то появилась, хоть какая-то. А то в основном ты безмозглое существо. И корабль весь горит уже. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые.
Тайный чертог Одина. Мы покидаем этот мир. Сейчас же. Главное не рухнуть обратно. Ага, покидаем. Что мы тут имеем? Где? На! На! Что тут? Что это за место? Один устроил. Сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Только я не знаю, куда идти. Подождите, там же еще дверь есть. Так. Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунгрима? Так, пропавшая башня. Поиски следов башни Йотунхейма по-прежнему не приносят результатов. Но только в Мидгарде. Но и во всех мирах, где когда-то видели эту башню, от нее осталось лишь мистическое эхо былого. Если бы она была разрушена силой, мы бы видели руины. Здесь же дело в магии. Она существует, но только где именно? Ряды наших верных соглядатаев продолжают расти. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы отыщем эту башню, где бы она ни пряталась. Хранитель ворона. Давай. Ух ты, что-то доблестное. Эпичары, повышение всех характеристик. Сейчас посмотрим. Повышение всех характеристик. Броня. Давай. Так, высокий шанс получить благословение руны при... Давай, извлечь. Так, это сила 4 просто. 14. Ну, это хоть и поменьше, конечно, но у нее характеристик больше. Око внешнего мира. Давай-ка вот так вот ставлю. Руны, живучесть восстановления. Так. Ой. Ну, правильно. Блин. Я где? Здесь смотрел? Да, пояс. Наручни. Сопротивление, это, ух ты, защита, удача. Защита, удача. Так. Ну давай глянем, что у тебя тут. Так, высокий шанс получить. Живучесть 9, а здесь живучесть 3, восстановление 6. Даже не знаю, блин. Талисман. В талисман еще можно. Блин, у меня вот этот самый лучший пока талисман. А вот если вот этот прокачать. Ну, на него мне что-то надо, чего у меня нет еще. Так. Блин, там же всякие еще разные миры есть. Мне что, по северам мотаться надо? Или что, когда миры откроются? Заходим.
На. Блин, солидно, хоть бы раз не пришлось с Тором или с кем-то. Смотри, пропавшая история Тюра. Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Конечно. Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты? Этот мне хорошо знаком. Этот мне тоже знаком. А. Вот он. Стоит. Его глаза. Самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. Опа. Что за задачка? О, это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. А где сама-то комната? Я тоже не знаю. Символ на двери храма? Это переплетение нескольких рун. Мир, единство, надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту дверь. Давай. Давай. Сам сделал эту дверь. Хорошо. Учитывая, что Один, получается, был рукожоп. Тур сделал очень хорошо. Прям прекрасную дверь. Я так понимаю, что он только там и делал, великаны там. Сын. Да, гномы иногда. То, что... Ты там увидел? Я ничего не видел. Ты что, не видел его? Старика? Какого? Из меня идиота делаешь? Может, пойдем? Да. Идем. Так. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? В Мидгард. Я надеюсь, я не поломал вообще своими этими переходами тудым-сюдым. В Мидгард. Закрыт, мир закрыт. Удивляюсь, вообще кто-то сделал этот дом, чтобы перемещаться между мирами, кто-то там голова. Это. Голова, почему ты не сказал, что Бальдер сын Фрей? Ну да, я как слышу каждый раз удивляюсь, а я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я. Мими. Что? Фрея. Невероятно.
Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдр невосприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Ну вот да, так. Вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Да сейчас. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Мы его одолеем. Я его одолею. Только как? Башку срубить? Так молва начнет трубить. Сделаешь. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап, еще когда у меня шишка торчком стояла. Скап. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну, учитывая, что он чистоплю, то да. За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Молодец, развиваешься. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай, расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Драугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Конечно. Вот я только что об этом говорил. Молодец, красавчик, что растет над собой. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Так, и что это за... Хватит уже лопаться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Ключ. Оставь животное. Другое? Ну, так бывает, он, когда тебе что-то помогите, видишь? Отпусти его. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Да. Он же чистоплюзи. У нас с братом новые идеи. Что вам нужно? С помощью этого камня и молота мы с Броком сделаем две Гротикар. Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Две уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс! Он исчез. Дракон, третий дракон, скорее всего. Его крепости в Конунсгарде. Смотри! Ключ, камень от Конунсгарда. И на нем твое имя. Просто зашибись. Ну ладно. Крепость теперь давай посмотрим. Западу, за башней Свартальфейма. Сейчас я пока большое не начал драться. Большое каменное здание, жуткое такое. Ни с чем не спутаешь. Оставь. Это... Братья Хульдра снова в деле. О, скорее бы начать работу. Мой динозавр, все. Я не думал, что мы будем работать вместе. Но я рад. Особенно ради такой цели. За столько лет я привык работать один. Уже забыл, как может пригодиться еще одна пара рук.
Я уже забыл, эхо туманов. Охренеть, это где-то я должен в других мирах, что ли, искать? Броня. Охренеть, 7. Потом еще развивать можно еще. Пипец. Мифическая. А тут, я как понимаю, легендарная, да? Или как? В каком порядке-то идет? Купить нагрудную броню. Это что? Нет. Не хватает. Зачарованный порошок. А броня для рук. Не, у меня вроде лучше стоит. Прокачана полностью. Хотя ладно. Теперь можешь не осторожничать. Да нет. Думаю по другой. Талисманы. Четыре, пять. Создание небольшой области, которая... Так, могут быть прерваны. Так. Но это все потом. А, клинки хаоса. Не завидую, вот так, улучшил. Ресурсы. У меня нету их. Чешуйки мирового зверя, так, замерзшее пламя тоже нету. Купить. Продать. Камни воскрешения есть у меня. Ну что, я пока ничего не могу. Да тут точно нету. Ну и тут. Радуюсь. Похоже, все в порядке. Да все в порядке. Все, отпускай меня. Пойдем. Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. В храме, только где в храме? Так. Я опять тут где-то. Даже представить не могу, где. Где же? И тут закрыты, разбиты. Так, ну мне, собственно, так-то и не нужны. Слава, войдите в цитадель Конунсгарда. О, навыки. Давай. Так, это что у нас? Смените стойку на мгновение, остановившись после любой атаки. Приняв новую стойку, нажмите, чтобы обрушить на врагов град ударов на ближайшей дистанции. Конечно, да. Атака копье хаоса. Сопровождается небольшим взрывом, наносящим цель. Ага, это мы знаем. Теперь здесь что у нас? Дальше удерживайте во время прицеливания, чтобы еще сильнее зарядить. Ага. Они еще подорвутся потом. Ладно, что ж.
Убил лягушку? Неизвестно, ладно. Давай с тобой пройдемся. Ой. А тут у меня что? А, тут валькирии. Точно. Ну сюда. Пойдем. Хочу сходить посмотреть, что там есть. А, наверное, с боссом надо драться. Запутался. Я был уверен, что мать Бальдо... Ага, фрик. Но это ведь что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрею после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Один не хотел, чтобы Фрею, богиню из рода Ванов, почитали в Асгарде. Ага. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Все верно! Именно Фрея была матерью Бальдра. Но... Это-то я знаю. Так, под именем Фрик все это время скрывалась Фрея. Мать Булдура, жена Одина. Мне трудно представить ее среди асов. Но теперь я увидел это собственными глазами. Недалеко. Ключ, который они мне сделали. Ну давай. Посмотрим. Что это? Для начала сбросим цепи. Ой. А зачем? Нет, туда. Меня и здесь неплохо кормят. Подожди. Так. Я прям слышу, что кто-то клокочет своей глоткой. Дракон, я тебя не боюсь, а больше у меня выбора нету. Значит, туда все-таки. Ладно. Пошли. Опа. Сын, давай сюда. Слушай, тут сказано: слава Мацагниру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Это кто такой? Спустя много зим цитадель Конусгарда наконец была достроена. Монтсогнир пригласил всех жителей на величайшую величественную церемонию в своем тронном зале. Там мы ждали речей нашего короля, обещавшего нам вечный мир и процветание. Новая земля оказалась еще плодороднее Вейтургарда, а с таким могучим стражем, как Регин, нам не страшны ни разбойники, ни темные эльфы, ни прочие силы зла. Воистину, короля Монтсогнира благотворил сам Тюр. Слава королю гномов, защитнику людей! Хм, похоже, они действительно любили короля гномов, в отличие от жителей Вейтургарда. Интересно, что изменилось? Такие лестницы, да? Опа. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля
Там осталось много разных мерзостей. Понятно. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Ага. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Понятно. Мировой змей. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтаряков. Замок огромный. Блин. Я рядом! Да тихо ты. Дебилушка. Опа. Так. Какую-то часть мы где-то что-то решили. А то и поймать надо, да? Блин, совсем забыл. Совсем забыл. Да. Чего немного. Рома! Давай сюда. Вот так. 25. Кто-то еще где-то что-то есть. Так. Что это за камушки? Понятненько. Так. Кстати, где ты дракона-то увидел? Вот я-то дракона не вижу, не вижу. Вижу, вижу, вот он. Все, понял. Блин, тут большая зона так-то. Тут где еще что есть? Сломать, разбить.
Ладно. Король-гном поймал несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. Я занят. Магия в драконьем дерьме? Да. Очень мощная. Хм, голове с тобой весело. Да, я сам понял. Опа, опа. Да, покушай-ка. Нет, нет, нет. Просто проверил. Как туда попасть? Вон, с той стороны, по ходу дела. Здесь-то у нас точно нету входа. Так. На. Получите. Спокойно. Блин, вообще не то. Тихо, тихо. Так. Да. Тяжелый бой. Отпусти кота. Заморозка. Так, а как она мне? Цепь-то. Как-то надо спустить цепь. Как туда попасть? В обход. Господи, что все глючит? Кошмар. Ага. Ну давай. Кто там пришел? Ничего себе тут вход. Ну, да ешь твою мать. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. А. Да что ее мать-то? Вот так я хотел сделать. Так. Да. Так.
Ага. Ладно. Прыжок. А, мишек, ладно. Неплохо повоевал. Что имеем? Пошли за камнем. Понятно. Где это я? Другой стороны. Давай, вставай уж. Приготовься. На. Выбиваем. На. Давай. Да подожди ты, о. Ты, блин. Все, что ли? Мы легко отделались. Да это он легко отделался. Так бы замучил бы это. Достаем. Символ истины. Ладно. Так. Роза ветров. Куда тебе? Одевал. Ну-ка, на всякий случай проверю. Нет. Да. Вот так.
Подними ворота. Побежали. Это не соперники, волки. Могу просто сказать волки. Это кричит волки. Вперед! Оборотень! Да. Ну, сейчас подожди, с оборотень. Все, что ли? Хотел дом тебя вообще-то загасануть. Ладно. Пойдем. Вот так. Бежим. Бежим. Так, а что у нас здесь? Кстати, мы тут нормально прошлись, прогулялись. Ничего не забыли. Так. Залазим. Это кто камушек мне скинул? Взял. Второй камень. Даже больше, чем Вейдергард. Да. Сила короля гномов велика. А что с ним случилось? Это великая тайна, даже для сынов Ивальди. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две Гротикр. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Ну что ж. Я думаю, или не на все на этом, или не все. Это сначала материалы соберем, потом дракона убьем. Как убьем? Освободим. Убьем. Уже убийцу нашли. Так, давай, 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 давай. Осталось-то чуть-чуть. Ты там не плюешься, нет? Кабаны. У меня есть руна с кабанами. Там как-то наверх можно попасть. Вот как-то. Наверное, дверь эту потом выломают. Приготовься. Да. Какой же ты воин. Ты много бухал. Ты не воин. Уже.
Блин. Ключ. У меня же должен быть ключ. Атрей, за мной. Только сейчас посмотрим. Я уж забыл про него. Блин, блинский, да? Вот он. Нужны три входных камня. Это не понял, надо три, чтобы войти. Не открылось? Нужно три камня. Ой. Тихо. Да. Сзади. Вот так. Все? Враг здесь силен. Будь начеку. Давай соберем. Разве это силен? Вот Фрея та была сильна. Что еще надо что-то открыть? А где-то еще надо? Или еще один ключ. Ох ты, как я вовремя. Так. А, камни, все, блин, я за ним же и шел первоначально. Все. Точно. Давай быстрее. И все. Успел. Я хотел закончить уже все. Так, вниз или наверх? По низу или поверху? Давайте сначала гляну, что здесь. Опа. Нормально.
И так можно было. Взял. Ну-ка. Еще. Давай. Опа. Сюда. Способы это выяснить, но они очень грязные. Да. Да. Я надеялся, что дракон нам поможет. Мы же пытаемся его освободить. Да. Опа. Брат, за тобой Тацельбург! Подожди. Опа. Бегать буду, что ли? Ага, во время боя не могу. Я знаю, где можно подзарядиться мне. Стоять. Показалось? Думал, какой-то потайной карманчик. Я оставлял себе вот здесь вот. Потом более пристальнее посмотрим с той стороны. Охренеть. Ну ладно, врата хоть открыл. Где третья-то? Ой-ой-ой-ой. Третья вот она.
открывайся. Будь готов. Ага. Чок-чок. Мужичок, чок-чок, дурачок, чок-чок. Что собрался куда-то? Ой, кто, кто там? Подняли решетку. Посмотрели, кто там. Да. А как-нибудь это можно было? Владей. Охренеть. Сын. Ладно. Читай. Хм, круто. Чего крутого-то? Ну давай. Я прочту. Подобно отру в Вейтургарде, Регин был призван на службу главным стражем Конунсгарда. Хотя иногда он пытается вырваться из оков, эта почетная обязанность наполняет его сердце гордостью. Он выражает ее своим громовым дыханием, необычайно опасным для всего живого. Будь осторожен, проводя еженедельный обход драконьих святилищ. Регин непременно попытается отдохнуть на тебя. Для него это атака, а просто дружеская забава. Не атака, но тебя оно убьет. Так что уходи от него как можно быстрее. Слухи о том, что присутствие Регина привлекает темных эльфов, не имеет под собой никаких оснований. Король Монсогнир, нельзя давать, господи, детям такие имена. Он же был ребенком все-таки. Защитит нас от любых зверей, как уже защищал в прошлом. Ага, так и поверил. Это уже, в смысле, мое уже. Так. Ну давай возьмем. Я рядом. Ага. Получилось. Уже можно идти. Давай, давай. Опа. Это опять этот козел. Ну сейчас. На. Так. Тебе нравится. И замедлился. Тихо-тихо. Оказывается, беда, ладно? Да подожди. Сомневаюсь, что тут должно быть круто. Слева Тацельмурм. Так.
получай. Это было больно. С болью я справлюсь. Да. Так. Вот так. Получаю. Так. Последний камень. Мимир, зачем королю гному была так нужна эта броня? Что в ней такого-то? Про Двегротикар ходит много легенд. Слишком так. Много. И поэтому сложно узнать про доспехи что-то наверняка. Но все легенды говорят, что эти доспехи дают наилучшую защиту. Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять легендам. А чему можно верить? Себе, своим глазам, инстинктам. Верить легенде опасно, и этот риск редко оправдан. Ну, как скажешь. Но... Да. Все, что ли? Последний. Освободим его. Ладно. Вот так вот, легко и просто вот так вот был. Блин, это, наверное, самый легкий дракон. Давай, сынок. Продави эту маску. Освободи его. Вот так вот. Беги, животинка. Ты свободен. Вот тебе и спасибо. Удачи тебе. Получил. Ладно, потом посмотрим. Оп. Мне все интересно за тут вот этот. Рума! Ничего не появилось. Ну и ладно. Возвращаемся. Сейчас будем открывать двери. Последний, третий ключ. Есть. Ну. Ну что, вперед. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Желающие помочь мне в сборе средств на видеокарту, реквизиты в описании. Пока!